Всем привет! Пришла очередная хреновая сета. Она не пришла не мне, пришел пацан, он дал мне на распаковку. Здесь у нас рюкзак. Рюкзак там под ноутбук, под планшет, ну такой гаджет, грубо говоря. Сумка вместительная. Ну, короче, пришла во второй коробке, это русская почта, российская почта. То есть система такая. Даже учитывая то, что на Алиэкспрессе есть товары, которые продаются по, точнее, с бесплатной доставкой. Вот, а есть товары, которые идут бесплатной доставки. Но, как всегда, я говорю, и вроде уже говорил в своих старых видео, что бесплатной доставки не бывает. Вот, поэтому этот товар, бесплатная доставка, но обошелся дешевле, чем товар с бесплатной доставкой. И пришел товар за 15 дней. То есть, сам рюкзак стоил 1700, по-моему, он говорил. Ссылки будут в описании, я сейчас сам не знаю, не смотрел. У меня товар отдал, я сразу распакую там, покажу вам. Вот. Ссылки будут, я спрошу ссылки на этот товар. То есть, и 700 рублей доставка была, по-моему, говорил. То есть, у всех продавцов с бесплатной доставкой этот товар стоил от 2,5 до 3000. Этот рюкзак, короче. Ну, даже выгоднее получается, да, с бесплатной доставкой. Так что имейте в виду. Ну давайте успокоим, хватит пиндеть. Надеюсь, телефон мне опять не скажет ошибку. Сова даже не закопнет. Чисто нашей почты был отправлен. А, нет, декларации есть. То есть я, скорее всего, Китай шел своей почтой, а уж потом пошел почтой России. Декларация раздает. Конечно, не будем показывать, переведем, чтобы не показывать адрес человека. Просто распакуем и посмотрим, что решил сделать. Сумочка. А сразу запах Китая. Убираем. Вот такой вот рюкзак. Башни, типа брезентовые, кармашки, здесь у нас кодовый замок, подарок, отлично, офигенки, то есть вот такие вот кармашки, небольшие телефон, ручка, какие-нибудь, может, деньги, там те же самые карточки, для карточек, кармашки такие, сюда можно положить также ноутбук, сейчас посмотрим главный эффект, сетчатый такой кармашек. Главный, посмотрим главный. Вот. А тут мы вот видим все для ноутбука. Для, не знаю, ноутбук сюда точно влезет, а вот еще большого ноутбука, я вот даже не знаю, влезет у него он или нет. Что не влезет у него ноутбук. Ну, это пускай он сам разбирается, сам доказывал такой. Ну так, что мы имеем? Черт знает. Это ли он заказывал или нет. То есть, ну я спрошу у него, если что, я пишу в описании, тот ли заказ вообще пришел или нет. То есть, ТГН какая-то фирма. Какая-то фирма ТГН. Лямочки, конечно. Ну, так себе, ну. Ну, скорее всего, такой товар, я думаю, что стоит своих денег. Но он такой довольно-таки большой, я думаю, что влезет. Именно кармашки, я думаю, что вряд ли он влезет. Но а так вот сюда он вполне зайдет. Вот такой вот рюкзачок. Здесь вот ручка. Да, надеюсь, он порвется у него. Ссылки все будут в описании. Так, фильм, кстати, вот. Тигран, скорее всего. Тигран. Мой английский хромает всегда. Даже есть сайт. Можно будет зайти на сайт. Есть видно сайт? Вот сайт. Что, смотрите. Сравнивайте цены, то есть... Ссылки я оставлю в описании, еще раз повторяю, ссылки мне дадут, я надеюсь. То есть, неплохой такой рюкзачок. Я думаю, что своих денег он стоит. Потому что я не заказывал никогда рюкзаки в Китае. Еще и что это и что дело вообще будет. Если я, может, даже буду заказывать. Пароль тут нет, наверное. Какой-то мануал-то есть по... Ну, то есть, это карабин. Замок карабина. Прикольно. 0-0-0.
Да. Ну, я думаю, что скрыть его можно все равно. Все-таки китайский замок. Ну, видите, если с русинами надоить, то его можно сломать. Китай, что сказать. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео. Подписывайтесь на группу в соцсетях, на мой инстаграм. То есть всем спасибо, всем пока.